Для многих из нас Голландия стала второй родиной. И неважно, из какой страны вы приехали, будь то Россия, Казахстан, Белоруссия или Украина, важно то, какое место мы здесь занимаем. Кто-то находит себя в торговле, в бизнесе, а кто-то в творчестве. И пример тому нелегкая судьба Арины Распоповой. Она придумала себе дело, которое стало стимулом всей ее жизни и источником вечной молодости. 9 лет назад, приехав в Голландию, Ирина и ее ныне покойный муж Йован решили нести радость людям и знакомить их с русским фольклором. Ирина взвалила эту ношу и создала уникальный фольклорный ансамбль «Зарянка». Сегодня у нас будет возможность посмотреть на выступление этого ансамбля и побеседовать с Ириной Распоповой. Ансамбль насчитывает 12 человек. Как Ирина создавала свой коллектив, это отдельная история. Ни один кабинет Ирина прошла и ни один отказ получила, прежде чем бюрократическое колесо закрутилось. Много сил и нервов отдала Ирина своему делу. Много жизни... А все подряд делать основательно, руки короткие. Так как я оказалась в Голландии, пришлось работать с голландцами. Другого выбора просто не было. Русская фольклорная музыка – это одна из богатейших культур в мире. И маломальский образованный человек, я убеждена в этом, по достоинству оценит этот бездонный кладезь народного творчества. И, конечно же, заинтересуется им. Мой покойный муж Йован Хове, американский голландец с русской душой, как называли его наши ученики и друзья, как-то насчитал 53 жанра в русской фольклорной музыке. Скажите, в какой другой стране вы найдете такое огромное жанровое разнообразие? А совместное полифоническое пение? Это своего рода ключ к пониманию столь таинственной для Запада русской души. Вот они и клюнули на нашу удочку. Ирина, я вижу на многих певцах очень красивые этнографические костюмы. Откуда они? Это коллекция моего покойного мужа, доктора антропологических наук, доктора русской истории Йована Хове. И частично костюмы мои собственные, купленные нами в разных деревнях России. Или пошитые на заказ. Сейчас в России полным ходом идет развитие народных промыслов. Народ повернулся лицом к своей культуре, к счастью. Вот, и, например, мой костюм, ему 150 лет. Это мордовский костюм народа Эрзя. А другим костюмам тоже 100 лет и больше.
расскажи, пожалуйста, как складывался песенный репертуар? Наш репертуар разнообразен. Мы поем песни разных жанров, с севера на юг, с запада на восток, с разной манерой использования голоса. И в этом большая заслуга моего мужа, большого знатока русского фольклора. Когда мы приехали в Голландию, он сказал, этого недостаточно показывать песни только в Воронеже и Воронежской области, откуда я родом. Ишь ты, Милка, типа того, ты здесь представляешь Россию, вот и будет добра представлять Россию. Ну и пришлось окунуться в бездонный кладезь народного творчества. У нас в России много хороших специалистов, но только основательно у нас изучают определенный регион, где обычно сами специалисты живут и работают. Такой однобокий подход к делу опасен и не должен иметь места в науке. Как долго все это еще будет продолжаться? Как долго филологи будут интересоваться только текстами песен, а музыканты напевами, не знаю. Для народного певца текст немыслим без напева, а напев без текста. Это правило должно быть священно для собирателя. Писала еще в начале 20 века большой специалист по фольклору, и не только по русскому фольклору, этнограф Линева, переехавшая в Америку и организовавшая там также русский хор. Но это уже другая история. Мой подход к работе идентичен с ее, и у нас много общего. Несмотря на то, что прошли годы, работу ее не утратили свои ценности. Я никогда не перестану восхищаться ее работоспособностью. Если вы не понимаете символики слов, то вы не понимаете их значения, а значит и назначение песни. Вы знаете, например, почему калину называют жаркой и украшают ей свадебный каравай? Жаркая калина – это символ девичьей сексуальной зрелости, готовой к замужеству. Потому и воткнутая ветка в свадебный каравай. Еще в первый год моего пребывания в Голландии мои ученики-голландцы спрашивали меня, а почему вы девку называете красной? И тут же сами спешили дать ответ. Не от водки ли она раскраснелась? Ну, слово «красное» происходит, сказал я, от слова «красивая», «молодая», «здоровая», «способная рожать» и желательно побольше мальчиков, так как на них побольше, чем на девочек, земли выделялось. Вот и подумайте сами, от чего она, девка-то, раскраснелась. Не отстыда ли за наш ненаучный подход к делу? С какими трудностями пришлось столкнуться во время становления ансамбля? С чисто голландским подходом. У голландцев все должно быть легко. Как им понять нас, русских, рабочих лошадок? Как им понять, что мы работаем не столько для денег, сколько для получения удовлетворения, творческого удовлетворения от процесса работы? Поймите меня правильно, говорю я им. Я не против лейк и дринкен вместе со всеми, с голландцами. Но это не должно быть основа работы. Пение – это тоже большой труд, это большая работа. И кто не готов работать, ну, тому нет места в моем хоре. Но, к счастью, у меня сейчас... то работают со мной такие же рабочие лошадки, как я сама. Музик, да ты с Нидзумар ля-ля лек, Дина, да ты с харды верок. Мы это вудом удал справку взехт вот он, храбе. Это вуда, эс сица. Он поставит ротер в поле. Все, окей. Браво. Он поставит ротер в поле. О твоей работоспособности ходят легенды. Чем ты и как ты восполняешь умственные и физические затраты? Пением, конечно же. Вот вы способны одновременно кушать и петь. Я думаю, мало кому придет в голову такая идея. А я могу. Но что еще я делаю? Раз в неделю в бассейн хожу со своей дочерью. Бегаю по возможности как можно чаще. Но главное, конечно, это музыка, это пение. Музыка спасет мир. Слышала, что в Голландии занимаются самодеятельностью раз в неделю. Как часто репетиции проходят у тебя? Репетиции проходят в Утрехте раз в неделю по пятницам. К сожалению, большие деньги аренды стоят, но мы нашли способ. Раз в месяц занимаемся часов 6 подряд. Получают они индивидуальные уроки. На репетиции приходят с магнитофоном, и каждый мой вздох записывают. Плюс дома 5-6 часов каждый репетирует дома и получает от этого огромное удовлетворение. Говорили они мне. Ик Рейган, Эйнтвей Дрин и Мюлехан Алкаркюсан.
Альберта, лаута тоху, да? Лаута, о, вот зомер хитил, да, все, ланга там, ланга тайт, не для чувства, да? И бекрат, и бекрат, и за охра хвилин. We have nothing like this in Texas. Okay, do you understand what's going on the stage? Some of it, yes. I was able to keep up, but mostly just the fun of the music and the excitement of the participants was great. Is it the first time you get to that kind of party? Oh, yes. First time. Okay, do you have any wishes or recommendations for the people who were responsible to organize this concert? I thought it was excellent. And I know that all the people who participated, I think, are volunteers. And I thought that it was a really good work. Слышала, что кроме концертной деятельности ты еще даешь мастер-классы и курсы. Как ты совмещаешь все это? Будучи мастером своего дела. Met een heel goede gevoel van man, laat serieus. Volgende week. Бабатюшки нам в саду. Знаю, что ты написал книгу о технике пения. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Да, я написала книгу в 96 году о народной технике исполнения и способов импровизации в народной полифонии. Кассетка с более чем 100 упражнений приложение, является приложением этой книги. Выпускал Pan Record Leiden, мою книгу. И моя книга, вообще-то, это результат незнания голландского языка. Дело в том, что мне пришлось с первого дня работать в Голландии, и нужно было искать такие доступные способы объяснения голландцам. Ну вот я пришла... Имитация голосов природы. Первое, к чему я пришла, это имитация голоса священной коровы. Год спустя священной кошки и так далее. Почему? Ну вот через имитацию этих голосов очень легко достичь недостижимого, звучащих обертонов. Ну, например, обертон. Может быть, не все знают, я думаю, что мне надо будет продемонстрировать. Человек исполняет один звук, а человек с развитыми ушами, музыкант, он слышит минимально еще два звука, в квинту и в кварту. И по окраинам звука звучит также октава. И без носализации, которая является в вокальном мире, считается, что это является дефектом пения, этого невозможно достичь. Кстати, я не согласна с некоторыми положениями, что касается использования голоса, существующими в мире. И об этом я тоже написала и продемонстрировала на своей кассете. В меру использования носа, необходимые условия для достижения обертонов. Ну, я попытаюсь сейчас продемонстрировать.
или там это, кошки в верхней тесситуре в главном регистре. В общем, когда я пришла к этим имитациям этих голосов природы, я не думала о теории, подоплеке. Ну, в общем, очень интересная теория, но это специально, наверное, должна быть программа для этномузыкологов, для людей заинтересованных. Очень интересное объяснение давал мой покойный муж о происхождении слова «корова» и «доить». «Доить» это означает в некоторых странах, как слово «дойно» вообще-то, это означает «петь». Доить, я говорю, тяните звук, как будто вы доите корову. Не бейте вы в лоб. Поэтому я в своей книге тоже написала. Я против какой-либо атаки. Не без иронии написала, даже против самой мягенькой атаки. Корову доите с любовью. Если дернете за сиську, то будет ей больно. Вот и звук также аккуратно. Начинайте ниоткуда. А любая атака, даже самая мягенькая атака. Извините, я против этой самой мягенькой атаки. Глиссанда. Глиссанда помогает воспроизводить. Почему звук? Потому что начинаешь петь как бы с нуля, не оттуда, не отсюда. Вот имитируешь как раз голос этой коровы. Первое, что делает корова? Мычит. И потом идет м. Почему м, н эти звуки? Мяу, му. Потому что это носовые звуки. И вот благодаря этим звукам также достигается это... звучание баритона. Расскажи, пожалуйста, о своих компакт-дисках. У нас их три. Первый этнографический. Мы записывали религиозную музыку от старообрядцев деревни Синелепиги Воронежской области и свадебный репертуар вместе с Йованом в 93-м году. Следующие компакт-диски были выпущены также здесь, в Голландии, Pan Record, Бернардом Клайком, известный этномузыколог. Первый компакт-диск называется «Жаркая калина». И второй компакт-диск «Расплачется, растоскуется душа грешная». Половина компакт-диска – религиозная музыка старообрядческой и современной церкви. И также полифоническая музыка с разных регионов России. Но эта работа – это гордость моя и Йована. И особенно приятно, когда ты получаешь слова восхищения, поддержку от крестьян. Если ты не спрашиваешь, они сами просто к тебе идут и ждут, выжидают. Во время фестиваля обычно все так заняты. Они все-таки ждут и говорят тебе слова благодарности. Ну, в общем-то, ради этого, я думаю, стоит жить. В общем-то, когда слышишь такие слова благодарности от них, понимания, поддержки, думаешь, все-таки не зря ты топчешь эту землю. Вах и Нинге мне работает фонд сохранения русской культуры «Зарянка». Что делает этот фонд? Организовывает фестивали, выставки, демонстрации народных промыслов и костюмов, проводит лекции, курсы народной музыки. За нашими плечами уже два фольклорных фестиваля. Никто не верил в возможность их проведения. Все было на нашем энтузиазме и моей финансовой поддержке. К нам приезжали фольклорные группы из России. Мои голландские ансамбли, у меня их еще два, один в Ютрихте «Зорница» и другой в Вахенгене «Вечеринки». Ежегодные участники фольклорных фестивалей в России. Кроме выступления на фестивалях, ежегодно проводим полевые исследования в русских деревнях, где записываем фольклор и не только. В каждой деревне останавливаемся по два дня. Ночуем в крестьянских домах у бабушек. Голландцы в восторге от русских людей и их гостеприимства. Во батюшкином саду, in father's boomha, uitgevoerd door mannen van Zarian. Mannenlied uit de Belgrad-regio, geleerd van de Russische ensemble Vremya. Babatushkin, name de sadu, ave, oida.
Если бы у тебя была возможность что-либо изменить в своей жизни, прожить заново, воспользовалась бы ты этим? Воспользовалась бы, но только свою новую жизнь я хотела бы прожить полностью с первых дней моей жизни, молодой цветущей жизни с Йованом, с моим мужем. Дело в том, что мы с ним встретились, ему было 56, было бы лучше, конечно, если бы он был помоложе, нам всем было бы легче. И мы приехали в Голландию, нам приходится по сей день вкалывать как каторжные. Я считаю, это большой грех, что такой большой ученый, знаток России, и он должен был заниматься научной работой, писать свои книги, свободное от напряженной жизни время. И, да и мне мою книжку бы тоже можно было бы не по ночам писать, а тоже в нормальных условиях. Тоже, конечно, было бы неплохо, если бы я преподавала бы в университете или в академии музыки, где я могла бы побольше заниматься теоретической работой. Но я не хочу там жаловаться. У нас жизнь, конечно, при всех там сложностях и трудностях, очень интересная жизнь. И что мы видели, где только мы с ним не были, и с моими голландцами вместе. Но каждый может позавидовать. Очень интересная жизнь. Что значит для тебя быть счастливым? Открывая новое для себя, делать невозможное возможным. Что ты пожелаешь нашим зрителям? А не скажу ничего нового, только повторю заветные слова любви, терпения и сострадания ближнему своему.